Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня приготовим очень простые куриные котлеты с капустой. Итак, начнем. Через мясорубку пропускаем 750 грамм куриных бедер без кожи и 250 грамм белокочанной капусты. Добавляем одно яйцо, пол чайной ложки сухого чеснока, соль по вкусу. Все хорошо перемешиваем рукой. Фарш можно слегка отбить, за счет этого котлеты будут более воздушные и мягкие. Обжариваем котлеты с двух сторон до золотистой корочки, а затем доводим до готовности под крышкой. Куриные котлеты с капустой получаются очень вкусными, бюджетными и быстрыми в приготовлении. Попробуйте приготовить и вы. Спасибо, что посмотрели видео. Делитесь в комментариях своими впечатлениями. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И также, при желании, вы можете поддержать канал финансово. Все ссылки в описании под видео. Всего вам самого доброго!